4 украинских радиостанции скоро начнут вещание в оккупированном Крыму. Национальный совет по вопросам телерадиовещания подвел итоги конкурса на радиочастоты. Медиавышка, которую достраивают в Чангаре в 15 километрах от админ-границы с Крымом, будет передавать сигнал украинского радио, радио Майдан, радио Крым Реалии и Херсон ФМ. Член надсовета Сергей Костинский отметил, что этот конкурс был первым для вещания на Крым со дня его оккупации. А в следующем году шанс на лицензию смогут получить и другие медиакомпании, так как из-за отключения аналогового телевидения освободятся многие радиочастоты.